сынок? Ты в порядке? Я в норме, шеф. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Неплохо. Нормально. Ну, еще прыгать могу. Через полимер можно проплыть, но впервые. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Умиротворяет. А продолжи, что ты говорил? О май гаш. А, красная взрыва. Техносмерч. Нож себе. Эй, перчатка. Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилон в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилон. Необходимо найти способ попасть в него. Пошли искать. Эй, мужик! Иду! Ты там живой? Кто-нибудь! Задыхаюсь! Ну, понятное дело. Свежителя воздуха нет. Твою мать, отвали ты! Пошел нахер, сука! А ну, слезь с меня! Чё ты рот раззявил? Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть, но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! Чтоб тебя! У нас 30 секунд, двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца!
Камила, иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Так, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин! Ты что задумал? Так. Да где вы мне какой-то давали? Получите! Что-то собаки драли! Черт! Так. А это у тебя откуда? Ты малой. Может, лучше я? Ключ держи. А я уж тут сама. Вот вляпался, блядь. Необходимо найти способ открыть бронедверь. Без тебя вижу. Не лезь с тупыми советами. Лучше расскажи про этого Петрова. Как его вычислили? Предатель Петров был раскрыт Михаилом Штокхаузеном и арестован бойцами отряда агентов. Да, что ты там трындел? А здесь он как оказался? После суда Петрова вернули в комплекс Вавилов в качестве заключенного для дальнейшей работы. Что? Во всем Советском Союзе больше никого не нашлось для этой работы? До запуска коллектива оставались считанные месяцы. Меня с главного инженера не имело смысла. Петров должен был закончить свою работу. Вот его и заставили. А и что в нем такого особенного? Виктор Петров, бывший главный инженер секретного отдела Академии последствий, занимался программированием робототехники для сети коллектива 2.0. Вавилов, названный в честь великого советского ботаника и селекционера, комплекс Вавилов – это передовой институт изучения земных растений. Поэтому он вентиля дверь. То, что надо. Good. Это что еще за хрень? Мужик, держи руку! Держись, держись! Напоминаю, храните производственную тайну и... Помните, для членов семьи, виновного в распространении информации, также предусмотрены меры пресечения. Найти Виктора. О, и восстали машины из пепла. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные! Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты чё сразу-то не сказал? Ты
Меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет не отправила. В уничтоженных роботах находится капсула с непрем. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте для экстренного восстановления повреждений. Майор, будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика да и только. Товарищ Муравьёва, велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарищ я тебе Муравьёва, а баба Зина. Не велено вас пропускать, товарищ баб Зина. Ну, распоряжение сверху, не могу. Чё это? Всю дорогу я тут ходила, а сейчас не велено. Слушай сюда, либо ты меня сейчас пусти, либо я потом пройду, а штаны просиживать здесь уже другой человек будет. Ну? Проходите. Так-то лучше. Свободен. Подкрадитесь к нему сзади и проведите скрытую атаку. В этот момент я смогу провести полное отключение робота. Эффективно. Бесспорно. Более того, обилие ударов способно разрушить даже самое высокотехнологичное оборудование. В отключенном роботе останется больше запчастей, чем размолотом в труху. Да кто бы мог подумать. Так. Перчатка? Храст, товарищ майор. Угу. Как вообще этому Петрову удалось взломать коллектив? Предатель действовал не один. Он вступил в сговор с несколькими преступниками. Так их несколько? И где остальные? Успешно нейтрализованы. Но добраться до Петрова без вашей помощи не представляется возможным. Поэтому вы здесь.